Ну, тюрьма за долги с ЖКХ, ну, это очень сложный вопрос. На самом деле, тут надо, тут очень индивидуально надо разбираться, потому что, например, когда люди живут в многоквартирном доме, и у них там существует какой-то, например, управляющий, ну, как сказать, совет дома там, или что-то такое, кооператив, например, жилищный, и кто-то не платит, ну, надо на него как-то воздействовать. Но, опять-таки, люди могут быть в разной ситуации находиться, и, и есть люди у нас очень бедные, которые в этих долг у них копится, а они ничего не могут его как, никак его заплатить. Что им остается делать на улице? Не знаю. Я лично считаю, что в тюрьму сажать за долги с ЖКХ нельзя.